Представленный в Лос-Анджелесе концепт со сложным названием ID Space Vision оказался седьмым шоу-каром из электрического семейства Volkswagen ID. Большому универсалу предстоит стать серийной моделью, которая будет продаваться на рынках Европы, Китая и Северной Америки. Впрочем, премьера реального электромобиля состоится не скоро, в конце 2021 года, а поставки машины вовсе начнутся не раньше 2022. В основе новинки будет ожидаемо лежать модульная платформа MEB, созданная для всех моделей семейства ID. Поэтому не стоит удивляться, что базовые версии получат задний привод. Топовое исполнение — это уже силовая установка с отдачей в 340 лошадиных сил, полный привод и аккумуляторная батарея, которой должно хватать почти на 600 километров пути. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал предсерийный минивэн Volkswagen Velaran. При длине более 5 метров именно эта модель станет самым крупным автомобилем на платформе MQB. Новичок оказался на целых 26 сантиметров крупнее Terramonte. От китайской версии этого кроссовера взят и силовой агрегат. Это двухлитровая турбочетверка и семиступенчатый преселектив мокрого типа. Но привод, в отличие от исходного кроссовера, только передний. Чтобы сохранить интригу, Volkswagen решил не раскрывать полностью оформление интерьера. Пока лишь объявлено, что новинка будет представлена в 5- и 7-местной конфигурации, а также с популярной среди местных клиентов компоновкой 2+2 и +2. Новый бизнес-вэн будет выпускать совместное предприятие SAIC Volkswagen из китайской провинции Чжэцзян. Выход на внутренний рынок запланирован на лето 2020 года.